У кого платка совсем нет, ну вот один возьмите хотя бы, подавайте. И вот, вот, так, я большую могу дать. Возьми это. Вот ну, точно так же навстречу к этому. Точно так же. Можно, если сделаете широкий, то тогда будете многократно его складывать. Вот, а теперь складываем в узкую полоску. То есть вот так навстречу одна полоска пошла, потом... Она перекрёст идёт, да? Вторая полоска, нет. Навстречу друг другу? Навстречу друг другу две полоски. Потом еще раз складываем эту полоску и еще раз складываем. В результате у вас вот так вот получилось. Да. Вот так. Вот. Не внахлёст, а просто да, не рядышком. Рядышком, чтобы... Да, рядышком лучше. А потом вы вот это вот по месту, так скажем, встречного соединения, вы их снова сворачиваете. И получается вот такая вот полосочка. Простенькая полосочка. Вот, в принципе, эта полосочка, она лежит в основе многих завязываний. Так, вот это сделали. Теперь отодвинули и делаем вторую полоску. Точно так же. Так, уголком уголка. Это большущие. Это большие, да. Большой для этих целей. Так, с уголка на уголок снова сделали. Так, узкую полоску формируем. Несколько раз сворачиваем. Они большие, правда, но не стали. Так, и снова сформировали узкую полоску. Формировали. Вот теперь у вас две узких полоски. Одну из них, скажем, если у меня он темный, а что-то, одну из них берете в руки, вот так, и держите руки. Вторую накладываете сверху. Вот сверху, снизу, как угодно. Ну, можно лучше сверху. Вот эту вы держите, а вот эту накладываете вот так вот, вот придерживая ее вот так. Сверху накладываете так, чтобы у вас с одной стороны этой полоски образовалась вот такая петелька. Образовалась. Теперь снизу вот эти концы берем. Вот. Вот полоса. И вот петелька сверху. Теперь снизу берем, снизу, вот эти концы. Да. И вводим их в эту петельку, огибая белую полоску. Вот ту, которая у нас является основой. Все, и вот и завязался галстук. Красиво, это очень красиво. Вот так завязался галстучек. Все, теперь вот это вот. Сейчас на Кристину, на Татьяну Николаевну. Посмотрите, как у нее получилось. Очень все красиво. Сфотографировали. Ты как раз вот на том платье. Да, вот, все помажите так. Ручки на камеру. Нет, ну, ну, а галстук, ты просто вот здесь-то изначально вот будет вытянуть. Вот и все. Ну, лучше косынки разные. Даже один поменьше, другой поменьше. Да, вот у меня 50 на 50. А вот большие это метр. Ну, такие вот. А вот для этих целей 50 на 50. Здесь же можно поправить, чтобы красиво была завязка такая. Так, все, все поняли, запомнили. Да. Вы запомнили? Да, запомнили. И второй, кто не заготовил эти полосочки, значит, ну заготавливайте. Заготовили. Так, раскладываем таким образом, вот крест-накрест. Подождите. Крест-накрест, получили крест. Теперь вот так вот вводим, вот так, вот повесили вот так. Так, этот внутренний, который шар, завернули вот так. Завернули. Так. Все, и получилось, и вот за концы взяли, за свободные концы взяли и повесили вот так. На кого повесить? Замечательно. Сегодня в однотонную. В однотонную. И здесь так вот завязали. Здесь если еще под этот тон вот так. Да, здесь можно подправить. Так, как хотите, здесь можно сделать. Здесь, если вот вверх, так скажем, раскрытая полоска, да, получилась, а нужно вниз. Значит, можно так вот перевернуть. И
он будет уже по-другому, и немножко по-другому лежать, скажем так. Мне на пусто, ну вы помните, я так ходила в 8-м году. Ходила. Мы все видели. Так, все это повторять больше не надо? 30 минут. Нет, все, это и вот так вот их располагаем. Вот вверху держим, вниз полосочки вот у нас эти ушли сюда. Так, и теперь вот ближе к нижнему концу, берем и заворачиваем, и обычный узел завязываем, ну как мы завязываем? Как мешок завязываем, да, обычный узел. Получили обычный узел. Так, и все, и вот так на шейку. Чтобы, если платок большой, вот у меня шея толстая, мне приходится тут вот так. У вас не надо хорошо, а у вас хорошо. Значит, можно пониже, можно повыше, в зависимости от того, какие платки, как, где и что. Так, что еще? С маленькими платочками разложили. На него сверху положили примерно где-то наполовину, чтобы они вот пересекались. А это твой квадратик. Так, квадратик, чтобы пересекаться. Ромбиком, да? Да. Наехали. Это же ненормально. Вот так вот они получаются. В центре такой же квадратик положился. Вот этот уголочек на этот уголочек. Аккуратненько переносим. Вот, перенесли. Так, и у нас получилась вот такая вот картинка. А теперь вот с этой стороны, вот здесь вот придерживая пальчиками, руками, начинаем скручивать эту системку в узкий рулик. Вот узенький рулик начинаем скручивать. И скручиваем до того момента, когда у нас закончится пересечение, когда уже два самостоятельных пойдут. Сейчас я скручу и покажу вам дальше. Вот. Вот так вот скрутили, все, вот теперь, ну это как бы более крупное такое сюда. Соединение. Вот пересечение. Да, и тогда он будет крепче. А теперь одевай так, чтобы не вот на шею и вперед. Вот, и вот у тебя получилось. А это куда? А это завязываешь впереди. У тебя там очень длинные концы, а здесь-то они поменьше, поэтому. Так, теперь следующий, значит. Розочка. А, розочка. Так, берем два противоположных вот этих вот уголка и связываем их. И связываем их. Потом берем два других, вот так у нас получилось, да? Два узелочка. Вот узелочек тут завязали. Все. Двойной, да. Потом лучше, можно не переворачивать, но не очень красивая драпировка получается. Лучше вот так перевернуть, чтобы узелок был снизу. Чтобы узелок был снизу. Вот так перевернули. И вот эти вот завязываем теперь, но сквозным, так скажем, затягиваем вот это. Вот это затянули. Завязывай узел. Вот этот просто завязали нижний. А теперь завязываем вот этот сквозным, просто вытягиваем вот так. И здесь вот драпируем, формируем большой, маленький, какой хотите. Можно вот так повесить его. Если это розовый, то получится как розочка, да? Если вот это вот такой вот, можно вот это сюда так закинуть, это вот сюда вот так вот. И этими булавочками прикрепить. Замечательно. И будет очень красиво. Так, и вот теперь это нам показывали, а я, значит, на основе этого придумала уже свою завязку. Ну, в смысле, не свою завязку, но большом шарфе, поэтому на большом платке получается вот так. Вот это большой платок, этот я говорила вам уже, завязку называю
жемчужинка. Вот так вот, значит, это тоже опять противоположно, точно так же. Здесь лучше большой платок, да. Вот так завязываю узелком. Так. Переворачиваю. Чувствую, уже в чем-то вынула. И завязываю второй раз. Это как розочка все пока, да? Да, это все так же, как розочка. Но получится-то, смотрите, что. Вот если темный фон какой-то, допустим, юбка так, или у меня, к примеру, такая кофточка черная, я вот эту вот так вот завязала. Вот, видите, ну этот можно запрятать сюда, кто-то тут. Ну, тут можно и поимпровизировать. Да, тут поимпровизировать. Да, можно булавочку, вот оно, как мужчина, булавочку жемчужину. Да, и вот оно, да, вот она получилась, вот такая вот, как это, такая, как жемчужинка. Очень белая всегда, да. Все интересно, белая. Да, вот на белке. Второй, вот здесь, значит, тоже в зависимости от того, насколько большую вам нужно сделать розочку, вы можете ниже держать, если платок большой позволяет, можете повыше придержать, значит, и вот этот, вот вторым нижним свободным концом завязываете. Придерживая эту драпировочку. Так, ну вот получается вот такая вот розочка здесь. Одеваете, да, один раз одеваете на шею, значит, это тоже драпируете, соответственно, каким-то образом здесь. Но это нужен большой платок. И тут вот такой. Надо принять это как униформу. Давай, драпируй. Нет, ну Наташа вообще некрасиво. Да. Да, и вот розовый. Да вообще однотонно. Да. Ну а то, что про манишку, да, это вообще все просто, поэтому что тут. Не, правда красиво тебе идет. Здравствуйте. Проходите на мастер-класс. Не везде. Ладно. Ой, она повязывает платочки вся. Вот это? Она решила. Тебе принесли еще анкету. Чтобы на дорогую блузку или на камеру. Экономочка, дорогая, блузка. Блузку да еще и шить надо. А это, да, как ты знаешь, это покороче. Все, спасибо. Старенькую Татьяна Павловна. Раз, да, снова покороче. Это вообще понравилось. Спасибо большое. Спасибо. Вы нам доставили большое удовольствие. Уважаемые коллеги, значит, вот снова вывесила участие в интернет-конференции. Тот, кто желает, заранее говорю, можете передать своим коллегам.